Не знаю, это ты знаешь, правда. это когда, да, охранник алкаш, да, бухает по ночам. Вот это призрак вообще. Типа, и знаешь, и звуки такие, да. Ух ты. Ядрёна конь! Офигенчик! Не, туда я не пойду. Чё-то я ссыкую. Тут, короче, вон дыра огромная. Чё-то я ссыкую высоты, ребят. Я понял это только сейчас. Несмотря на то, что я живу на 9-м этаже, я пошел обратно. Да. Давай я сниму тогда. Давай. Сейчас мы слипаешься. Короче, если Ванёк умрет, будет самый крутой влог в мире. То это будет крутой влог в мире, если моя камера выживет. Сейчас выживет она. Так, что тут как-то снять? О, вот так вот, да? О! Вот это вот красота, да? И вот этот вот, который сидит вот там вот. На самом деле здесь страшно очень. Реально страшно, короче. Чувак в раздумьях. Будем считать, что это, короче, искусство, я просто сижу такой. Будем считать, что это ты ходил, да? На самом деле я не боюсь, я просто это... Берегу. Искусством занимаюсь. Да реально стрёмно, короче. Тут как бы ветер подует, и ты улетаешь вот туда, в эту, в яму. Ну это сколько, смотря сколько ты весишь. Ну, я вешу 64, а ты сколько? 69. Почему он больше меня весит? Это Россия. Это Россия, у них все больше. Теперь задача слезть отсюда. Я тут жить, короче, остаюсь. Окей. Я буду по вечерам не думать. Жестяк. Ты что, снимаешь? Да. Вот отсюда по-любому кто-то падал. Наверное. Пьяный какой-нибудь. Нет, я не буду. Угар. Короче, я не думал, что я высоты боюсь на самом деле. Блин, ну стрёмно, потому что когда, знаешь, камеру смотришь, вот так идешь и по какой-нибудь там огромной фигне, типа у тебя, ну, как бы зрение сосредотачивается на камере, и у тебя как бы остальное все плывет такое, знаешь, и можно типа оступиться и улететь вниз. Да. И как бы не будет хороших влогов. Так может ты этот руфер? Да, руфер, блин. Я вообще не знаю, как эти люди там на такую высоту залазят. Серьезно? Блин, это ж опасно, слушай, капец. Был бы у меня GoPro, знаешь, как у меня сколько было бы подписчиков? Мы почти на все вышки рядом залазили. Офигеть. Знаешь, эти все МТС-овские, все остальные? Да, да, да. Но я видел фотку. Ну вот. Офигеть. Он, короче, руфер. Он скоро умрет. На днях. Спасибо. Я надеюсь, вы меня запомните таким. Вот, качки не умирают, понимаете, потому что они по руфам... А, всё, тогда жить буду. По руфам, короче, не лазят. Они сидят дома и жрут протеин. Да, жрут протеин, а вот руферы, они умирают очень Чё, быстро. Чё, вот смотри, это у нас тут Успенская церковь, получается. Прикольная церковь, наверное. Наверное. Там, короче... Тут, наверное, трупиков отмаливали, да, типа они умирают, сразу сюда несут и... Ну, тут, короче, рядышком стоит свеча, которая всегда часовня, горит. Типа. Чё, свеча, которая есть? Всегда горит, а, да, туда нифига. Подходит молиться, прямо на улице. Прикольно. Ну, можно спуститься. Сейчас помолимся. А вот, потушилось. Нормально, это я пришел просто. Да, это просто к твоему приходу. Видишь, всегда меняется это? Ну да, там керосин, походу, в ней просто.
Ну. Залиты, наверное, или что, я не знаю. 1720... Или это обычная свеча, непонятно. 1720 год. Ну да. Явно старое место, явно. Так, это что, пороховница? Здравствуйте. Сколько получается? Это бесплатно. Спасибо. Спасибо. Прям на пол, он на полный его, да, видит? Ну да. Воу-воу-воу, прикольно. Классно. Приятно, точно. Здесь все находки, то здесь у нас в крепости. Классно. У нас тоже примерно такое же в замке. Но, естественно, другое. Там всякие ядра, подковы тоже. О, у нас это было 300 лет назад сражение-то между шведами и русскими, да, вроде? Это типа... Одежда при этих, ну, Петр Первый. Как Преображенский полк, да. У нас вот этот, блин, ужас какой. Кто-то есть, кроме нас. Вот, короче, и было классно очень. Настоящий. Колись таким камнем в лицо. Вот мы сейчас с тобой вот здесь находимся. Вот здесь, да, наверное? То есть мы это все прошли? Да, вот мы зашли вот здесь. О, нет, мы зашли с тобой. Так, стоп. Зашли мы с тобой вот здесь, вот. Да. Вот это здесь теперь отделили, теперь вот так вот. Теперь смотри, фишка в том, что... А вот это тоже разделили, да, получается? Да, здесь вот это убрали, получается. Смотри, вот сейчас вот это здесь находится проходом. Вообще сначала было только вот это вот, и все. Остального вот этого всего не было, прикинь? Понятно. Было только чуть-чуть, потом вот это вот достраивали, потом вот это вот, ну, вот так чуть-чуть. Классно. Вот здесь очень старая фотография, смотри, мост дружбы. Ну да. Кстати, я помню такой мост, древний мост. Там еще какой-то второй был мост. Да, там парусинка, да. Вот. Смотри, два моста было. Ваша башня. Да, это раздолбанная это такая. Все восстановили. Вообще четко. Теперь прикольно. Тут тоже вон все поломано, да, ваша была. Классно. Ребят, короче, встретили Влада сейчас. Мы сейчас находимся на самом широком водопаде в Европе. И смотрите, как он выглядит. Правда, он не работает. Правда, он не работает, да. И, кстати, вот там, на той стороне, Эстония, раньше была тут граница, типа, ну, не граница, можно было переходить через мостик, вот там заброшенный мост, раздолбанный весь. Вот. А сейчас построили новый, вы уже видели его. Там водопад. У меня, короче, села камера, поэтому на телефон теперь снимаю. Короче, вот, эстонский променад. С Ивангородского променада. Выглядит очень классно. Красивенько. Романтично. Романтично, да. И мы как романтичные пацаны, короче, стоим тут втроем. И жрем семки. И жрем семки, как гопники. Романтичные гопники. На романтичном променаде. С видом на романтичный променад. Все, короче, мы на границе находились сегодня. Вообще весь день темно уже на улице. И все, прощаемся, давайте, пацаны, пока. Спасибо, спасибо. Удачи. Еще как-нибудь увидимся. Если вам понравился, кстати, напишите, понравился ли вам влог с ними. И ставьте лайк этому влогу. Пока. Будем вместе снимать такие. Да.